Раз, 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 два, три, раз, два, три, четыре, пять. Это проверка звука, настройка. Всем привет, всех с праздником, с 9 мая, с Днем Победы. Великий день сегодня. Смотрели парад, если то видели, что самолеты у нас не полетели, к сожалению, и через какие-то там полчаса небо прочистилось, и все стало здорово. Кстати, могу показать. Обычно мы их наблюдаем... Вон оттуда они летят, с Красной площади, как раз сюда мимо, вот так, над крышами прямо здесь пролетают. А это Ту-160 имитирует заправку в воздухе. Но в данном случае нам не повезло, к сожалению. Ну да ладно. Уже так получилось, что я по праздникам выхожу, да? То 23 февраля, то 8 марта. Но сегодня такой маленький видосик запишем. У нас появился у меня, по крайней мере, появился небольшой вопросик к Волховской пивоварне. О чем идет речь? Сейчас я вам покажу, и вы все поймете. Поехали. Собственно говоря, есть в 0,5 стеклянной бутылке IPA V2. Версия 2. Не знаю, где тут она. Вот. Написано. Версия 2. Бутылка кажется мутной. На самом деле она просто запотевшая. Это пиво, по сути, осветленное. Надо было почитать на бутылке. Но тут опять, как всегда, мелко-мелко. Затем всем известная баночка, вот эта маленькая версия 3. Вот она. Это темная лошадка. Хотя она известная, но это темная лошадка. И вот она, 0,5 банка, версия 3. В этой. По идее, здесь должен быть один и тот же напиток, с разницей только в объеме. В объеме тары. 0,5-0,33. Здесь они могут отличаться. Ну, теперь посмотрим, как дела на самом деле обстоят. Этот эксперимент был задуман давно, и сейчас мы его реализовываем. Поехали. Бутылка 0,5. Волковская, и мы видим прекрасный, замечательный, янтарный, прозрачный прям такой, да? Напиток. Банка 0,5. Что это у нас такое? Версия 3. Уже, наверное, заметили. Я лью специально, чтобы не было пены. Напиток сравним с бутылочным. Разный. Напиток в данном случае не фильтрованный, мутный. А теперь, что здесь? В теории все должно быть так же. Вот и проверим. И мы получаем вот этот цвет. И вот эту прозрачность. Все эти липы отличаются. И не поверьте уж, они точно отличаются по вкусу. Не сказать, какой из них прям там супер какой-то плохой, какой-то хороший. Все они вот такие, они все хорошие. Но просто имейте в виду, что они отличаются. На этом, собственно, все, что я вам хотел показать. Пока-пока и с праздничком.